Привет, ребят, с вами Илья, и сегодня у нас новое видео по игрушке Los Angeles Crimes, или как ее в народе еще называют, копии игры GTA 5 на наши Android-девайсы. Наконец-то появилась инфа об это 1.2, и разработчик игрушку завтра уже должен выпустить. В каком виде это будет, пока непонятно, игра, возможно, выйдет в Google Play, или будет также по старинке находиться на файлообменниках, откуда мы спокойно ее сможем скачать. Все дело в том, что Google Play отказал в публикации этой игры, и разработчик пока пытается понять, с чем все это дело связано. Он сказал, что будет ждать до понедельника ответа от Гугла, и если ответа так и не придет, то игрушку в понедельник уже публикнет. То есть завтра мы, по идее, должны ее в любом случае уже оценить, и будет она либо в магазине приложений, либо так вот мы сами будем ее распространять. На самом деле, как только игра появится, я, конечно же, вам, ребят, сообщу, поэтому продолжайте следить за каналом и обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а так, ребят, пишите комментарии, хотите ли вы стрим по игре, если желающих будет много, то обязательно в прямом эфире ее посмотрим, затестим и, возможно, по онлайну все вместе поиграем. Ну а так, ребят, поддержите еще видос с лайком и вообще ждем новую бетку, лично мне уже не терпится в нее поиграть. Ну и, в общем, завтра уже увидимся в этой игре, так что до завтра прощаюсь и пока.